Всем привет, это видео-версия сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о новой модификации модели Toyota Highlander. Японский автопроизводитель представил спортивную модификацию внедорожника Toyota Highlander XSE. Презентация новинки состоялась в рамках автосалона в Чикаго. Дизайн новинки отличается от стандартного Highlander черными элементами кузова, отделкой вокруг фар, рейлингами на крыше, корпусами боковых зеркал, отделкой окон, а также решеткой радиатора и доработанными элементами в передней части кузова. Корма отличается наличием хромированного сдвоенного патрубка выхлопной системы, спойлером на двери багажного отсека. Дополняет образ комплект оригинальных колесных дисков. Изменения произошли и в салоне, где стоит отметить отделку кожи в красно-черных цветах и дополнение в виде 1200-ваттной аудиосистемы с 11 динамиками. Как пишет портал speedme.ru, под капотом Toyota Highlander XSE находится стандартный V6 объемом 3,5 литра, мощностью 295 лошадиных сил. Также стоит отметить, что новая модификация кроссовера получила перенастроенную подвеску и рулевое управление. Привод может быть как передним, так и полным. Стоимость Toyota Highlander XSE пока не называется. Продажи новинки стартуют уже осенью этого года. У меня пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!